Приветствую всех, с вами Фан, и сегодня у нас, наверное, заключительная часть Франкенстелса, потому что все сделано, все, что я хотел сделать, сделано, даже больше. Ну, давайте обо всем по порядку. Первое, что я хотел, это, я даже не знаю, начнем со светодиодной ленты. Я ее поставил, получается, вот так, с другой стороны симметрично. Получается, она обогнула раму, и она работает. Но так как я купил ее самую дешевую, на ней нету защитной силиконовой оболочки. Ну, она как бы защищает там от внешних повреждений, и также она от воды, да. И я, немного забыв про то, что у меня лента стоит, облокотил велик, можно сказать, там, не знаю, на трубу, на железную, я не помню, что. И здесь один из светодиодов крашнулся, и получается три соседних тоже, потому что они сделаны так группой, получается три на одной группе. Вот если один из них, то получается все три не работают. С другой стороны, у меня получилось также симметрично, я не хотела их ломать. Ну, короче, симметрия, ладно, хорошо. Минус 6 диодов. Но в остальном все работает. Пока еще. До тюнинга до 26-го осталось 2 дня. Надеюсь, они еще проживут. По крыху. У меня уже есть видео на канале. Я поставил новую, 500 рублей обошлась мне эта покрышка. Ну, нормально, лучше, чем лысая. Зацеп вроде есть, хотя она лысая тоже был. Откуда крыло? Я же не собирался его покупать. Действительно, я его не собирался покупать. Я его и не покупал. Я его нашел с отломанным креплением, и я из крепления для старого крыла сделал крепление для нового. И сделал крыло. Держится нормально, мне даже оно больше нравится. Здесь у меня также стоит аккумулятор, можно сказать, так бортовой. Его еще я ни разу не заряжал с того момента, как сюда поставил. 7,2 вольт, 3500 мА. Также это все будет видео там про подсветку. Он, получается, питает у нас подсветку и все. И также он питает клаксон. А клаксон позже. Ну, в общем, вот он здесь приделан. Вот провод. У нас, значит, колонка. Ну что, я на хомуты придел. Первый раз предел на хомуты, они треснули, второй раз пока держится, уже 2 дня. Вот. Купил фонарик в фикс прайсе, 50 рублей. Самый дешевый, но там был еще какой-то, мне этот больше не нравится. Ну, дорогу он освещает, я вам скажу, плохо, вообще ничего не видно. С фонариком без него разницы нет, но зато вас будут хотя бы как-то видеть на дороге, ну, в смысле, на трассе. Хотя если у меня подсветка, меня и так будет видеть. Ну ладно, пойдет. Хоть какой-то вид придает, и можно включить его в режим стробоскопа, хоть какой-то толк будет. Купил я в автомагазине клаксон за 180 рублей. Самый дешманский, который я нашел. Дешевле я не находил у нас в городе. И как мы видим, вот он. Серебряного цвета. Мне очень повезло. Здесь есть крепление крыла, и получается на крепление крыла я прикрепил клаксон. Все встало как родное, и все держится. Конечно, у меня нет олова, пока. И я провода сделал все, просто намотал и скотчем. Конечно, не супер, но все работает. Также купил кнопку за 30 рублей и поставил ее сюда. И, как мы видим, все работает. Конечно, 7,2 вольта, он для 12, но все равно уже лучше, чем звонок, и пешеходы слышат. И у меня тут труба была лучше, чем давить. Просто на кнопочку нажал, все. Чтобы не было много проводов, я сделал все, как в машинах, через массу. Масса – это когда весь, вся рама велика – это минусовой провод, можно так сказать. Получается, вот здесь у меня идет плюсовой провод, ну, клаксона, а второй идет на кнопку, а с кнопки идет в руль. И здесь минусовой провод, вот он идет в раму. И получается такая довольно-таки хорошая система. Один провод уже более надежнее, чем два. Но вдруг два порвутся, это один. В принципе, это весь тюнинг, который я хотел сделать. Грипсы, да, они не очень. Ну, как бы все, велосипед нормальный, можно участвовать. Главное, что тут есть музыка. Как заряжать я еще не придумал. Но я вставляю туда батарейки, но с батареек звук хуже, чем с родного аккумулятора. Ну ладно, можно через пауэрбанк зарядить, не суть. Вот. В принципе, это весь тюнинг. Я стер все надписи. Конечно, раму еще не мешало бы помыть. Но пока так. Надеюсь, займу какое-нибудь место. И то, если этот тюнинг будет. Потому что там что-то инфа, что его уже не будет. Не знаю. Ладно, для себя мне тоже нравится. Я для себя всегда хотел. А сигнале тем более мечтал. Вообще супер. Такой вот велосипед у меня получился. Если вам понравился мой проект, то, как я его делал, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И, возможно, я сделаю что-нибудь еще с этим велосипедом, если наберется много просмотров. Напоминаю, с вами был Ян Фан. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходите в соцсети. Ссылочки будут в описании. С вами был Ян Фан. Всем удачи, всем пока. А я поехал кататься на велике.